Здравствуйте, друзья! Займусь обустройством второго, то есть дренажного колодца канализации. Мне нужно сделать здесь отсыпку дна щебнем и сделать отверстие в нижнем кольце по периметру, чтобы увеличить дренажную способность колодца. Щебень я буду засыпать фракции 5-20. Вот у меня осталось немножко. Сейчас его весь соберу и засыплю в колодец. Здесь немножко с песком будет, ну, ничего страшного. Рекомендуется засыпать щебень крупной фракции. Ну, у меня что есть в наличии, то и буду применять. Итак, друзья, сделал я засыпку щебнем. Толщина слоя у меня получилась где-то 15 сантиметров. Также сделал мощение из железобетонных конструкций под выходом трубы из первого септика, для того, чтобы принимать удар воды в этом месте. Дальше буду делать отверстия вот в этом нижнем кольце, чтобы увеличить дренажную способность данного колодца. Насверлил я отверстий, делал это в два ряда,
расстояние между отверстиями где-то 40-50 сантиметров. Сверло использовал диаметром 14 миллиметров. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.